Большой привет вам с вашего родного города. Сегодня в нашем лицее состоялся последний звонок. И благодаря вам он состоялся и для нас. Таких меценатов, которые вкладывают деньги в молодежь, в наши дни очень мало. Благодаря вам мы смогли углубленно изучать точные науки. Мы старались вас не подвести. Занимали призовые места на районных олимпиадах, активно участвовали в жизни школы и, конечно же, хорошо учились. Средний балл класса 9. Благодаря вам и нашему реальному классу у нас наша любовь к информатике еще больше усилилась. Мы будем хорошим специалистами и продолжим ваше дело. Мы хотим выразить вам огромную благодарность. Именно благодаря вашему вкладу мы получили возможность обучаться точным наукам. И мы теперь способны воплотить свои мечты в реальность. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что помогли воплотить мою мечту в реальность. Теперь я смогу стать студенткой экономической академии, как всегда мечтала. Благодаря вам я стану очень хорошим экономистом и хочу вам сказать просто огромное спасибо. Ренат Георгиевич, это добрая школьная традиция приглашать на выпускной вечер своих наставников, своих учителей. Вы для нас главный наставник на сегодняшний день. Без вашей помощи, без вашего фонда эти бы дети не получили бы путевку в жизнь. Мы приглашаем вас 24 июня в 6 часов вечера в лицей Александра Сергеевича Пушкина. От имени педагогического коллектива и от меня лично, как классного руководителя этого класса, мы вас очень ждем. Если даже политические какие-то вдрязги не разрешат вам приехать в страну, мы будем рады увидеть ваше видеопослание. Спасибо. Спасибо вам! И ждем вас в Молдавии!